Вот мы на втором мостике. Вот наш знак. Стоит с лопатой, приехали. Володя с шариком. Тут попросили нас проверить, где мы были на всех наших прудах. Как подготовились к зиме и как это будет выглядеть весной после паводка. Ну и вот мы потратили 2 дня фактически. Где ремонтировали, делали вот этот второй мостик. Видишь, намного воды меньше, высохло. Это у нас там, где шлюз, рукав. Здесь рядом отрожек, вот он идет влево. Ну и так все понятно. Здесь 200 с лишним, кажется, метров длина насыпи. Очень длинный. Все. Сейчас на шлюз приедем, посмотрим. Здесь ничего не делается. Здесь мертво запечатано. Высокая насыпь. С бровкой. Песком посыпали не до конца. Не смогли больше завести нам. Уборочная началась. Потом тут трактор простоял месяц и 20 дней, кажется. 23 дня. Все, поехали, Володя. На шлюз посмотрим, что там у нас там, как раз спуск воды, подъем, уровень воды. Ну, дальше будет видно, как. Слава Богу за все. Вот, Володя. Стой, 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 меня ну, куда на меня заехали-то? Ну-ка назад. Сейчас. На камушек. Ну-ка, подожди. Вот такой лох здесь. Не допускай его дальше. Глубина здесь, я не знаю сколько, ну, я не, просто не могу сказать, но 5 метров, наверное. Ну, да. Очень глубокий лог, главный. Вот камыш цветет. И вот смотрите, где берега у него. А куда земля делась? Русло. Вода. А откуда вода? Откуда? Вот она, вода тут перегородили, называется плотина, пруд, запрудили от слова. А дальше вон где лесок стоит, оттуда начинается только лог этот. Там вокруг ездили, когда вот здесь вот нельзя было проехать, пока не делали. Тут большая прорыв, прорыв был. 6 метров, наверное, шириной и глубины до дна. И туда вокруг все ездили вот эти, где лесополосы. И там оно начинается. И тут сразу разрастается, да еще с такими отрожками. И вот тот отрожек прямо перед нами. А куда делась эта земля? Речь идет не о миллионах, а о миллиардах тонн. Где она? Притом этих логов не только у нас, а это в других областях полно. Еще не могут сказать. Хорошо запрудил Леонтьев Алексей Лаврентьевич. Бровку сделал. Были каждый год у нас здесь, сколько лет мы нанимали бульдозер. Хорошие бульдозеристы, но такого аса не было. Он всю жизнь поработал. Вот здесь я колодец сделал для проезжих. Его мне загадили, пришлось заваливать. Ну а дальше там Потеряевка. Все. Все.